Депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Оксана Романовская провела киноурок для учеников 10 классов в Одинцовской школе номер 1. Цель необычного занятия – не просто рассказать историю юных талантов, но и вдохновить школьников на собственные победы. Для нас очень важно воспитать в детях целеустремленность, любовь к знаниям и уважение к одаренным интеллектуальным сверстникам, подчеркнула депутат.